Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саудитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванша Калпатару Вашаке Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшна Вибхьо Наму Намаха Мукан Кароти Бача Ланг Пангун Ланг Хайтагирин Ятки Патамаханга Банди Парма Ананду Мадавам Бринда Вайту Сидеб Вайпия Вайкешва Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритто Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Жайо Мудира Шанкиртане Кришна Катупадеша Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дейям Сада Парифабхагна Мавишта Духам Тиртас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витатихам Панутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кимипиговоду Свадарши Пурнан Урагара Сасагара Сара Муртихи Сарадхика Майкада Кипам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ламбита фужау канука бодато Шанкиртаной капитаро камула йотакшо Вишам бару дижа бару югадхар мапалу Банде ягат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дивья Рупам Муктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибушихи Тобам Бхагам Нараяно Прияманонга Мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джаша Вадане Лакшмир Джаша Чабакшаши Джасьясте Хиде Самбид Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе.
Tadeva Ramam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sashyadamanaso Mahasavam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttamasroko Jaso Anugiyati Tadeva Ramyam Ruchiram Navam Navam Tadeva Sashyadamanaso Mahasavam Tadeva Sokarnava Sosanam Ninam Jaduttamasroko Jaso Anugiyati Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahansa Jagadguru told. Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что по сей день люди с Южной Индии не понимают превосходства Радха Кришна Премы. Они критикуют. Их умы полны сомнений. Они считают, что поклонение Лакшми Нарайане более практично. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, still today South Indian people, they have no idea about what is the по сей день люди с Южной Индии не понимают совершенства отношения Радхи и Кришны. Pass this kind of remark that Lakshmi Narayan, Ram, Sita is more practical. Они считают, что поклонение Рама Сите, Лакшми Нарайане, более практично, более... И Прабхупад говорит, что им потребуется тысячи рождений. Он говорит, что даже нам, в нашей сампрадае, потребуется тысячи рождений, тысячи лет, чтобы осознать превосходство любви Радхи и Кришны. Кто сейчас может заявить, что у него нет абсолютно никаких сомнений в превосходстве Радха Кришна Премы? Сомнения в наших сердцах, желание наслаждаться так же, как наслаждается Кришна. Мы думаем, если Кришна может наслаждаться с тысячей гопи, почему бы мне не наслаждаться одной? Тем самым мы... ускоряем путь живое в ад. Если материалист поймет превосходство лилы Радхи и Кришны, если бы человек мог понять сам по себе, не нужны были бы гуру и вайшнавы, но это невозможно, поскольку прямое осознание можно получить только от вайшнава. Поэтому так необходимо. Осознать всю Бхагавата-таттву и лилу под руководством чистых преданных. Вчера я говорил, что мы выражаем почтение Мадхурья Расе, поскольку она превосходна, она занимает высшее положение и она абсолютно чиста. Но та же самая Мадхура Раса, когда приходит, когда мы сталкиваемся с ней в материальном мире, точнее, с ее перевернутым отражением.
Она вызывает отвращение. Другими словами, то, что занимает высшую позицию в мире трансцендентном, занимает низшую позицию, низшее положение в материальном мире. Она настолько грязна, что от нее исходит дурной запах. Это концепция абсолютно материальная, материальной любви. И нам необходимо выйти за ее пределы, за пределы материальной концепции. Я предлагаю поклоны. Шри Кришна Чайтани, который не отличен от Кришны. Люди настолько заняты материей, заняты в действительности тем, что бегут за грязными вещами, которые можно сравнить с испражнениями. Поэтому для них так невозможно осознать превосходство, милость Махапрабху. И я никак не могу помочь им в этом. Викрити, вот в этом термине Радха Кришна Праная Викрити, Викрити переводится как отражение. То есть мы находимся на материальной платформе. Если же мы достигнем платформы трансцендентной, там господствует лишь любовь. Там говорят на языке любви. Другого языка нет. Когда ваш ум, когда ваш язык выйдет за, не смогут выражать то, что вы хотите сказать, когда вашего языка будет недостаточно, чтобы выразить свои чувства. Когда вы будете пытаться идти вперед и получать отпор, падать из-за этого. И каждая попытка достичь успеха будет напрасна, тщетна. Когда все, что у вас есть, вы примените в достижении цели, но вы поймете, что вы не сможете приблизиться к трансцендентной премии, потому что путь к ней достичь ее своими собственными усилиями невозможно. Когда Рада и Говинда отдыхают, Вриндадеви только бросает свой взгляд на одну из манджари, и она сразу же понимает, что она должна делать. Мы настолько глупы, как ослы. Мы получаем столько наставлений от гуру вайшнавов, но не справляемся. Таково наше положение. Без понимания своей сварупы, без понимания славы, дхамы,
начать баджан невозможно. Рупануга баджан. Как это возможно, когда вы даже не понимаете, какова ваша собственная сварупа? Мы сможем продвигаться вперед тогда, когда осознаем, кто мы есть на самом деле. Что, то есть прежде всего необходимо понять свое положение, свое плачевное, горькое положение. Прабхупад много раз повторял, что в тот момент, когда вы осознаете абсолютную истину, вы отбросите все, все, что не связано с ней, и немедленно предадитесь. Ни секунды не потратите напрасно. Вы сразу же... Сразу же предадитесь. Итак, Радха Кришна Праная Викрити. Это язык любви. Это не русский, не английский. В Мадхуре и во Вриндаване они говорят не так, как мы. Ни санскрита, ни бенгали, ни английского, испанского, хинди. Там нет. Там язык сердца. Когда Радхарани, плача, говорит, когда она произносит эти слова, как мы должны понимать их? Что Кришна из Мадхуры или что Кришна из Вриндавана? Радхарани напрямую говорит, что Кришна в Мадхуре, но в этом хитрость. Язык абсолютной любви, премы. Он подобен змее. Когда змея ползет, она не ползет прямо. Она изворотлива. И поэтому ползет зигзагообразно. И точно так же язык любви зигзагообразен. Не прямолинеен. Он настолько зигзагообразен, что нам не понять все, что скрывается за теми или иными словами. Поэтому, когда Чайтанья Махапрабху переполняли экстатические эмоции, он терял самообладание, он терял сознание. Но как только он видел какого-то постороннего человека, он переставал проявлять свои бхавы. Он вытирал слезы. И то же самое делал Прабхупад. Он не показывал слез на публике. Он брал себя в руки. К примеру, на Радакунде Прабхупад однажды начал говорить о Радхаране. Он сказал всего чуть-чуть, совсем немного. И не смог сдержаться и расплакался, но сразу же взял себя в руки. И то же самое происходило с Шукадева Госвами. Он хотел рассказать о многом, но не мог. Поскольку когда имя Радхарани проявлялось на его устах, он терял сознание. Поэтому он избегал произносить ее имя. И через
намеки он указывает Шримад Бхагаватам на Радхарани, как в этом стихе. «Аная Радхита». «Аная» означает «женский род», указание на женский род. Аная Радхита. Она Абсолют, который служит Абсолюту Кришне, служит совершенным образом. Никто не может сравниться с ней в служении. Когда мы говорим о лотосных стопах Шри Гуру, мы называем их лотосными стопами. То есть мы сравниваем стопы Шри Гуру с лотосами. Иногда мы сравниваем с солнцем, иногда с Шри Рамачандрой, но люди не могут, люди, находясь в материальном мире, не осознают, что происходит в мире трансцендентном. У них нет никакого представления об этом. И иногда для того, чтобы донести до нас понимание того, как все устроено в мире трансцендентном, шастры приводят в пример сравнение с тем, с теми явлениями, которые нам известны. К примеру, Господь сравнивается с восходящим солнцем. Как мы знаем, солнце восходит на востоке. Но это не говорит о том, что восток порождает солнце. Солнце существует вечно. Тем не менее, то есть шастры приводят примеры, сравнивая трансцендентное с тем, что мы видим в мире материальном, для того, чтобы мы смогли наконец осознать, что такое апракрита васту, что такое что, каково оно, трансцендентное. Аная Радхито. Точно, несомненно, Радхарани нет подобных. Она несравненна. Таким образом, Шукадев Госвами дает нам какие-то указания. Он не говорит напрямую, поскольку если бы он стал говорить напрямую, Шримад Бхагаватам прервался бы. Итак, когда Шримати Радхарани произносит эти строки, ты, Мадхуранатх, обращаясь к Кришне, ты забыл Вриндаван, ты забыл нас. На самом деле, за этими словами стоит отличный от них смысл. Это язык Радхарани, который можно встретить лишь во Вриндаване. Когда Радхарани называет Кришну Мадхуранатх, она тем самым пробуждает чувство в Кришне, чтобы он осознал, что ему нужно как можно скорее вернуться во Вриндаван. То есть это своего рода любовное давление. Ну, вот сейчас ты стал Мадхуранатхом.
Почему Радхарани говорит то, что она сказала? На поле Курукшетра, когда они встретились с Кришной. Почему она произносит эти слова? Радхарани говорит, что кто-то может говорить одно, а думать другое. Но мое сердце — это Вриндаван. Вриндаван — это мое сердце. А Вриндаван для того, чтобы проводить игры с Кришной, чтобы игры с Кришной состоялись. Если ты вернешься вновь во Вриндаван и будешь и продолжишь свои игры с нами, только тогда мы поймем, что ты действительно милостив к нам. Итак, когда Радхарани называет Кришну Мадхуранатхам, она указывает ему на то, что, то есть она пробуждает в нем чувство, определенное чувство, чтобы он как можно скорее приехал во Вриндаван, чтобы он почувствовал необходимость. Во Вриндаване в то время Браджаваси находились на грани смерти, но они не умирали лишь потому, что их сердца принадлежали Кришне. Когда ты отправляешься пасти коров, и мы совсем короткий промежуток времени не видим тебя, секунда тянется как целая юга. Если кто-то задаст вопрос, почему гопи все-таки не умерли? В этой шлоке говорится, что гопи практически умерли. Так почему же они не умерли? Потому что в Гопи-гите сказано. Мы, наши сердца находятся у твоих лотосных стоп. Ты источник бесконечного количества жизней. И мы не умираем лишь потому, что наша жизнь находится у твоих лотосных стоп, а ты — источник жизни. Итак, пранайя викрити. Одно лишь слово можно объяснять днями. Махапрабху делал это в беседах с Рай Раманандой и с Дамодаром. Они наслаждались каждым словом, но мы настолько заняты, наш ум так беспокоен, что мы не можем уделить этому должное количество времени. Итак, праная викрити. Я хочу немного объяснить эти слова. Я не знаю, сможете ли вы понять, но я буду изо всех сил стараться
это сделать по милости моей Гуру Варги. Итак, прежде всего мы должны понять, что Рада и Говинда, Рада Говинда и Гурахари вечные. Но как это понять? Ведь, Махарадж, вы говорите, что Гурахари — это объединенный аватар Радхи и Кришны. То есть как они могут существовать одновременно? Гауранга принял, или все-таки Гауранга принял две формы — Радху и Говинду? Или все-таки Рада и Говинда объединились и образовали Гаурангу? Гауранга вечен, так же, как Рада и Говинда. И их любовь, она вечна. Все они вечны. Ошибочно будет думать, что Гауранга был первым. Хотя в Упанишадахе сказано, то есть для того, чтобы, к примеру, мне поиграть в футбол, мне нужна команда, мне нужны люди, с которыми я смогу это делать. И в Упанишадах есть указание на это. Когда там сказано, один не может совершать лилы должным образом, совершать игры. Что может сделать один человек? Поэтому он, Господь, разделил себя на две части. Та же самая двоя гьяна татва. Майавади ошибочно утверждают, что если я приму шакти татву, это создаст много проблем и противоречий. И они верят, потому что двойственная концепция возникнет, и они верят в... единство. Они утверждают, если мы принимаем шакти татву, тогда и мы должны принять двойственность. А Шанкар Сампрадая выступает против этого. Поэтому они утверждают, что Брахма лишен шакти. Тот, кто, у кого нет энергии, автоматически становится материей. И тем самым они утверждают, что Брахма бесполезен. Но в Брахма Самхите описано совершенство Брахмы, описано, как он знает все, что происходит в материальном мире. Он может слышать, видеть все, что происходит вокруг него, все, что происходит в этом мире. Поэтому могущество Брахмы описано в шастрах. Так откуда Майявади берут эту концепцию, что он лишен шакти? Брахма Каланка, что означает непреклонность, твердость. И таким образом у нас нет никакого права. Because Jatbrahma Niskalam Anantam Ashesha Bhutam.
говорить то, что заявляет Майявади. Он непреклонен. Точно так же мы не можем сравнить прекрасное лицо Гауранги с Луной. Если посмотрите на Луну, вы увидите там кратеры. То есть там на ней черные пятна, темные пятна. Так как же можно сравнивать прекрасное лицо Гауранги с Луной, которая не является безупречной? Тем не менее, шастры делают это для того, чтобы дать нам хоть какое-то понимание, хоть какое-то представление о том, как выглядит Махапрабху. Мы знаем, что Брахма — это единая таттва. Но Бхагаван в соответствии с нашим развитием может предстать перед нами. Он может принять форму Брахмы, принять безличностную форму. Безличную форму. Параматма является частичным проявлением абсолютной таттвы. Но когда мы увидим Бхагавана перед нами, то есть имеется в виду, что Бхагаван относится к абсолютной таттве. Это бесспорно, поскольку сам Бхагаван говорит, утверждает это. Итак, когда я утверждаю, что Гауранга таттва существует вечно, точно так же, как таттва Радха и Говинди, их любовь точно так же вечна. Можно привести в доводы, что эту шлоку, что Господь разделил, изначально был один, но Он разделил себя на две ипостаси. Точно так же, как Ману породил мужчину и женщину. Из Ману, и то же самое с Притху Махараджем. Притху Махарадж относится к Вишну Таттве. И его спутница Лакшми, Арчи. Один ученик Шрилы Вамана, Госвами Махараджа, выразил мне свои переживания по поводу того, что сейчас женщины принимают саньясу и дают дикшу. Если бы это было разрешено, как мы знаем, Друва Махарадж отправился на Друва Локу. В своем прежнем теле он достиг Друва Локи.
тем не менее мы знаем, что не оставив это материальное тело, мы не сможем достичь трансцендентного мира. Но Гуру и Вайшнава объясняют, что это исключение. Мы не можем сравнить себя с Друвой Махараджем. И точно так же в отношении этого вопроса. Когда Ганга Мата и Хималата Такурани давали дикшу, то есть мы не можем сравнивать себя с ними, мы не можем даже пылинкой на их лотосных стопах стать. Эти преданные были за пределами телесных концепций, точно так же, как и Джанава Мата Такурани. Она сама Ананга Манджари. Гангамата, то есть сам Джаганнатх омыл свои лотосные стопы в Ганге. И Ганга, поток Ганги направился, пришел в храм Джаганнатха. Что же говорить, получить дикшу от Ганги, Гангаматы Такурани? Просто увидев ее, я получу, я обрету совершенство. Но для этого необходимо обладать возможностью подлинного видения. Как вспомните, к примеру, Чапал Гапал, он тоже видел Гаурангу. Тем не менее, его... видение не было совершенным. Он продолжал критиковать Гаурангу. Так что, вы думаете, это подлинный даршан? Это не даршан. Когда Бхагаван захочет, он проявит себя. И все, когда Бхагаван приходит в этот мир, его могут видеть все. Его могут видеть как животные, так и люди. Но это еще не говорит о том, что они получат подлинный даршан. Когда на вас смотрит тигр, он видит в вас кусок мяса. И в соответствии со своими самскарами мы обладаем определенным видением. Но когда мы смотрим на... То есть разные даршаны. Если тигр смотрит на, допустим, нашу маму, они видят, он видит еду, а мы на нее смотрим, как на свою мать. То есть каждое живое существо обладает собственным видением в соответствии со своими самскарами. Итак, мы должны избавиться от заблуждений, поскольку эти заблуждения будут препятствовать нашему развитию. Гауранга вечен, точно так же, как Кришна Радхарани, их любовь, их према. Итак, Чапал Гапал так и не смог получить даршан Махапрабху. А в момент, когда Шривас Пандит зашел в собрание, где проходило чтение Бхагаватам,
и начал проявлять экстатические эмоции, слушатели вынесли его из помещения. Девананда Пандит читал Бхагаватам. Он никак не препятствовал своим ученикам, не запретил своим ученикам прогонять его. Поэтому он понес наказание. Это говорит о том, что его видение было несовершенным. Он не увидел в Шривастакуре подлинного преданного. Итак, я могу в одной строке объяснить, что есть баджан. Очистить свое видение. Есть даршан. Очистить до такой степени, чтобы мы смогли видеть трансцендентное. Чтобы мы, глядя на окружающих женщин, видели не очаровательных женщин, а преданных. Или своих матерей. Прабхупад. Итак, благодаря Санкиртане мы сможем это сделать. Мы должны осуществить чайта-дарпана марджанам, то есть очистить свое сердце. Почему Махапрабху начал Санкиртану? Для того, чтобы очистить наши сердца. Тем не менее, очищать сердце и устанавливать дхарму юги не является обязанностью Бхагавана. Но мы знаем, что Бхагаван, несмотря на это, пришел и установил юга-дхарму Харинама Санкиртану. Но что же, для такой, казалось бы, незначительной цели Гауранга Махапрабху, воплощение Радхи и Говинды, должен сам приходить в этот мир, если в этом необходимость. Он приходит сюда, чтобы установить какую-то сампрадаю. Разве это обязанность Бхагавана, Верховного Господа? Или он может кому-то поручить это служение? К примеру, был Мадхавачарья, который начал свою сампрадаю, мы знаем, есть Нимбарка сампрадая, Вишну с вами, и даже майвадские сампрадая образовывались по наставлению Господа. Образовывались посланниками Господа. Таким образом, мы видим, что для того, чтобы установить новую сампрадаю, для того, чтобы распространить харинам, Бхагаван сам не приходит. Так вот, сегодня невероятный день. Такого дня никогда не было и не будет. Все послужили этому дню. Положение звезд, Ганга, деревья Святой Дхамы. Все создали прекрасную атмосферу. Сам Вриндаван проявился здесь, в этой Дхаме. Новорожденный Нимай. То есть Нимай родился под Санкиртану. Он явился с Санкиртаной. А иначе, почему бы те, кто никогда не произносили святое имя, в момент его рождения начали восклицать «Харинам, Харибол, Харибол». Они даже не понимали, почему они начали повторять. Они не понимали, почему им так хочется воспевать святое имя. Они почувствовали это желание, потому что Махапрабху явился в этом мире. Он пришел на эту землю, и тысячи, кроры, миллионы людей начали воспевать святое имя. Если мы возьмем в счет те, кто не обладает материальными телами, в том числе полубогов, все они приходили сюда, и таким образом тысячи живых существ воспевали святое имя. Ганга, которая протекает здесь особенно,
Да, Ганга, одна и та же Ганга, но тем не менее, когда она прикасается к Навадвипатхаме, она становится подобной Ямуне. Она такая же удачливая, как становится такой же удачливой, как Ямуна, которая получила прему. Она прикоснулась к пыли с лотосных стоп Гауранги и поэтому обрела прему. Посмотрите, насколько мы удачливы. Если мы примем омовение в Харидваре, мы не получим то, что можем получить здесь. Если вы почитаете, откроете Бхагаватам, вы увидите, что Ганга должна была проходить по другому направлению. Тем не менее, она свернула свое направление и пришла сюда. Тогда Бхагиратх взмолился, почему ты идешь сюда? Тебе нужно в полностью противоположном направлении течь. Но Ганга успокоила его. Я должна плыть туда. Потому что скоро Гаура Пурнима. Это еще в Сати-югу она сказала. Сказала Бхагиратху, подожди, мне надо туда. Сначала я направлюсь туда, поскольку там вечная Дхамма, Навадвипа, и там мой Прабху Гауранга. Так что прежде всего я направлюсь туда. Потому что она знала, что Гауранга Махапрабху будет совершать здесь свои игры. Рада Говинда совершает свои лилы во Вриндаване на берегу Ямуны. А Гауранга Махапрабху здесь, на берегу Ганги. Но у нас нет такого права. Мы не имеем права играть с Гангой. Мы можем подходить к ней, предлагать поклоны, окроплять свою голову, поклоняться ей и в чистой одежде, только в чистой одежде, с молитвами мы можем принять в ней омовение. Имеется в виду, и в Гангу нельзя прыгать, нельзя... Нельзя развлекаться. И Шрила Бхарати, Госвами Махарадж, следовал этим правилам. Я много раз с ним сопровождал его на проповеди из Шрилы Бхактивалабха Тиртха Госвами Махараджем. Я считаю себя поэтому очень удачливым. И я ходил с Бхарати Госвами Махараджем принимать омовение на Ганге. И я видел, как он всему следует. Итак, Ганга очень удачлива, она получила пыль с лотосных стоп Гауранги. И вайшнавов. Итак, Радха Говинда, объединяясь, образует Гаурангу, а Гауранга... Что означает Гора? Го означает Говинда, а Ра — это Радха. Так происходит, образуется Гоура. Сейчас я хочу перейти к самому главному моменту. Как правило, в материальном мире юноша и девушка любят друг друга настолько сильно, они обнимаются с такой силой, что как будто бы хотят превратиться в одно целое, слиться друг с другом. Когда змеи совершают свои брачные игры, они также пытаются слиться друг с другом. Тем не менее, когда мужчина и женщина любят друг друга, их любовь может быть очень сильной, тем не менее,
их тела, тем не менее, они отличны друг от друга. У мужчины свое тело, у женщины свое. Но в случае с Радхарани и Кришной происходит совершенно иное. Мой Гурудев Садананда с вами поклонялся изображению Радхи и Говинды, где они вместе, объединены. Таким образом, его Иштадев Расарадж Махабхав. Он поклонялся Радхе и Говинде в объединенной форме, там, где Радха и Говинда обнимают друг друга, сливаясь. Когда Радха и Говинда обнимают друг друга, Расарадж Махабхава объединяется. В этом стихе используется указание на то, что у них одна атма. Радха и Говинда — это одна атма. И это нужно понять, поскольку если в этом будут заблуждения, то во всей Сиддханте будет неправильное понимание. Будет неправильное понимание всей Сиддханты. Итак, когда Радха и Говинда объединяются, их единение трансцендентно. Хотя мы знаем, что атма и тело Кришны не отличны друг от друга. В нашем случае, к примеру, атма отлично, полностью отлична от тела. Но у Кришны и Радхи это не так. Хладини доставляет удовольствие преданным. Благодаря Хладини Шакти осуществляется взаимообмен премой между Радхой и Говиндой. Даже то, что мы видим в материальном мире, перевернутое отражение той самой энергии Хладини. Старайтесь выучить бенгали, тогда вы будете испытывать огромное удовольствие от чтения шастр, священных писаний. Бхагаван может наслаждаться лишь при помощи Хладини. В Сканда Пуране и в прославлении Бхагаватам, то есть в Сканда Пуране содержится прославление Бхагавана. И
о нем говорится как о множественном числе. Он является ей, а она является им. Са-эва-са. Итак, много тому свидетельств, и поэтому у нас не должно быть никаких сомнений на этот счет. Причина, по которой Махапрабху пришел сюда. Шривас Пандит осознал ее. Но в действительности первым был Рай Рамананда. Он был первым, кто понял, для чего пришел Махапрабху. Не лги мне, не убегай, говори, кто ты, признавайся, кто ты, сказал Рай Рамананда. Таким образом, Рай Рамананда Самбад дарует нам несравненную милость. Самбандха-таттва, которая... Самбандха-таттва содержится в шастрах. Но Санатана Госвами представляет Самбандха-гьяну доступным для нас образом. Это особенная Самбандха-гьяна. Таким образом, все они проливают на нас особую милость. Дарую знания. Рай Рамананда говорит, как только я увидел, то есть я смотрю на тебя, вижу твое золотое сияющее тело, а в другой момент я вижу Радху, Говинду, которые обнимают друг друга. А затем я смотрю на тебя и вновь вижу Гаурангу. Признавайся, кто ты. Признавайся, кто ты. И тогда Махапрабху, смеясь, признался, не говори никому. Ты сумасшедший, и я сумасшедший. Если кому-то расскажем, нас не поймут. Хорошо, я никому не скажу, сказал Рай Махашая. И тогда Махапрабху сказал, я Расарадж, Махабхава. И, то есть два в одном. Я Расарадж Кришна и Махабхава Радхарани. Браджапрема, совершенная Мадхура Раса, прежде никогда не распространялась. Как помните, мы подсчитывали, насколько редко приходит Махапрабху в этот мир. 71 четур юга. Длится срок правления одного ману, и спустя 14 ману приходит
спустя правление 14 ману приходит Махапрабху. Вы можете себе представить, насколько редко. Проходит одна 71 четурьюга и сменяется ману. Когда проходит 27 четурьюг, то есть спустя правление всех этих ману подходит к концу Двапара-юга, и тогда является Кришна, а затем приходит Гауранга. Когда не приходит Гауранга, не приходит Кришна. Если бы не пришел Гауранга, кто бы мог понять совершенство, превосходство аватары Кришны? После своего, то есть, когда лилы Кришны подходили к концу, Кришна задумался: я так много хотел дать людям и совершил здесь так много игр, тем не менее никто не смог понять меня. Я столько лил совершил, но их никто не понял. Что ж теперь делать? Мне нужно прийти вновь и объяснить эти игры, объяснить причину своего прихода как Кришны. Кришнадас Кавираджа Госвами столько написал, но кто сейчас читает его писание? Тем не менее, их необходимо читать под руководством чистого преданного, чтобы понять подлинный смысл. Между премой и камой огромная разница. Если вы хотите совершать гауранга, баджан, не забывайте то, что вы услышали сегодня. Кришнадас Кавираджа Госвами пишет, что разница между премой и камой огромна, хотя с внешней точки зрения они могут выглядеть как нечто похожее. Как вспомните, я приводил в пример зеркало. Вы видите самого себя, казалось бы, в зеркале. Тем не менее, это иллюзия. Кама ослепляет. Кама слепа. А према? Нирмал Бхаскар. И это одно из названий солнца. То есть это то, что дает подлинное видение. Когда мы хотим наслаждаться, или даже мы не приступаем к этим наслаждениям, просто какое-то незначительное желание закралось в сердце, мы уже непригодны к совершению подлинного баджана. There is
грязная кама. Вожделение. Я могу привести один пример этому, чтобы вы поняли. Каждый день Говинда массировал стопы Махапрабху. В комнате Махапрабху в Гамбире Махапрабху был очень высоким, очень крупным. Комната была очень маленькая. Однажды Махапрабху так сильно устал, что смог лечь только, не смог дойти до места, где он спал, и лег прямо на пороге. Говинда просил его: «Пожалуйста, подвинься, я хочу помассировать твои стопы». А Махапрабху сказал: «У меня нет сил. Хочешь, массируй, хочешь, не массируй». А что сделал Говинда? Он накрыл тело Махапрабху тканью и перешагнул через него. И начал массировать его стопы. Закончив, когда Махапрабху проснулся, он спросил Говинду: «Ты до сих пор здесь? Ты почему не пошел есть, не принял просад до сих пор? Сколько ты вообще проспал? Все это время ты сидишь здесь. Почему ты не принимаешь просад? Но как я могу пройти, как я могу перешагнуть через тебя?» Удивился Говинда. «Но ты же сюда как-то зашел. Почему ты точно так же не вышел?» «Нет, я не могу. Я не мог. Я зашел сюда, перешагнул через тебя для того, чтобы служить тебе. Но для того, чтобы поклоняться своему животу, имеется в виду, что для того, чтобы поесть, я такое сделать не могу. Я не могу через тебя перешагнуть ради своих корыстных интересов». Посмотрите, вот это проявление любви, привязанности. И, к примеру, Джагадананда. Он принес с Бенгала тяжеленный горшок с маслом Махапрабху в Пуршоттама Макшетру. Когда Говинда дал это масло Махапрабху, сказал: «Вот Джагадананда принес его, нес на собственной голове, чтобы делать тебе массаж». Да, Говинда предложил: «Давай предложим». Махапрабху стал извительно шутить: «Может быть, еще пригласим того, кто будет мне делать массаж? Женщин позовем, они мне будут стопы массировать. Я, думаете, для этого саньясу принял?» Махапрабху разгневался. И Говинда... Махапрабху продолжал: «Если я пройду, нанеся на голову это масло по улице, все будут смеяться надо мной и говорить, что я и с женщинами, наверное, общаюсь». Но когда Говинда рассказал о том, что произошло Джагадананде, он очень сильно разгневался. Махапрабху обратился к Джагадананде: «Джагадананда, я саньяси, я не могу его использовать. Отнеси-ка лучше его в храм Джаганатха, чтобы из него сделали лампадки». То есть я знаю, что ты очень старался, нес его на такое расстояние. А Джагадананда так разозлился, сказал: «Кто тебе сказал, что я его, принес для тебя?» Взял и бросил его о землю. Масло разлилось, горшок разлетелся на части. Джагадананда закрылся в своей комнате и не выходил, не вкушал, не пил. Махапрабху очень расстроился. «Что теперь делать?» — думал. No water, no prasad,
«Открой, Джагадананда», — просил Махапрабху, но тот не открывал. 3 дня прошло. Махапрабху понимал, что он так гневается от того, что сильно любит его. Махапрабху подошел к двери, постучал: «Открывай, Джагадананда». Тот не отвечал. «Открывай, Джагадананда». Тот не открывал. «Джагадананда, я собираюсь принять омовение в океане, а потом я приду, накорми меня, пожалуйста». И тут же он распахнул дверь и начал звать: «Рамай, Нанда, идите скорее сюда. Прабху сегодня хочет принять прасад. Несите пхогу, чтобы готовить». И где его гнев? Испарился. Он все тут же приготовил, и Махапрабху, вернувшись с океана, принял прасад и шутил: «Сегодня такой замечательный прасад, ты был так зол, что так вкусно приготовил». Вот это трансцендентная любовь. Почему ты не принимаешь мое служение? И это порождает гнев во мне. Я гневаюсь из-за этого. Радхарани в гневе кричит: «Кришне, убирайся». Почему она говорит так? Потому что он не готов. Потому что она видит, что он не готов принять от нее служение. Но когда Кришна уходит, она начинает плакать. «Лолита, почему Кришна ушел? Почему вы его не остановили? Ты же ему сама сказала уходить». Итак, Радхарани гневается, потому что Кришна не готов принимать служение от нее, как ей кажется. Но что в материальном мире? Из-за гнева, то есть в материальном мире не любовь порождает гнев. Так вот, поэтому вот и в этом и заключается сладость трансцендентного мира. Зигзагообразное движение премы не могут понять обычные люди, не могут понять посторонние. Они, глядя на игры, глядя на подобное, считают, что это нечто грязное, порочное, но за всем этим стоит глубинное значение. Для того, чтобы распространить нама и прему, да, это была одна из причин прихода Махапрабху, тем не менее, у него были гораздо более серьезные причины прихода. Поскольку Браджа прему мог распространить Браджа прему, именно Браджа прему может распространить только Кришна. Ни одна из аватар Господа этого сделать не может. Итак, чтобы распространить Браджа прему, Махапрабху не зашел в этот мир. Но следующая причина его прихода — он хотел понять, почему Радхарани так любит его и что она испытывает. Я не могу понять, что она чувствует, потому что я Вишая Татва, она Ашрая Татва. Какое же наслаждение она испытывает от своей любви? Я хочу почувствовать это, думал Махапрабху, думал Кришна. Я не могу понять ее бхавы. Если я похищу ее бхаву, ее настроение, цвет ее тела, тогда я смогу осознать, что испытывает Радхарани. Came in the form of Gauranga,
Итак, Кришна пришел сюда как Гауранга для того, чтобы обучить Браджа Баджану, Рагануга Баджану. Баба Радхарани особенно, то есть, чтобы постичь ее, чтобы служить Радхарани, необходимо совершать Рупа Нуга Баджан. И Рупа Нуга Баджан особенен. Та према, которая существует, которая присуща Браджавасе, то есть подобную прему испытывают только они, ее нет ни у кого, кроме них, кроме Браджаваси. Махапрабху всегда сейчас нет времени говорить о том, какую исключительную бхаву проявлял Махапрабху в храме Джаганатха на берегу океана. Одну единственную лилу Гауранги одну единственную лилу Гауранги можно объяснять долго-долго время. Каждую лилу Гауранги можно обсуждать долго, поскольку в них содержится внутренний смысл. На самом деле игры Гауранги, его милости, необъяснимы, их невозможно объяснить. Гауранга Махапрабху, его аватара, это воплощение Ачинтья Беда Беда Таттвы. Он проявляет ее, обучает нас ей на протяжении всей своей лилы. Но Ачинтья Беда Беда Таттва не означает, что то есть Ачинтья Беда Беда Таттва это то, что непостижимо. Это одно из значений. Но второе значение заключается в том, что она за пределами этого материального мира. Но когда вы взойдете на платформу чистой любви к Господу, все противоречия будут разрешены чистой любовью к Бхагавану. И это и есть чинтья. То, что чинтья есть, а чинтья, то, что за пределами человеческого понимания, представляет собой раса-таттву. So this is the meaning of Achintya Veda Vedanta,
Махапрабху прояснил все. Он дал нам все для понимания. Но готовы ли мы принять? Вопрос только в том, кто сейчас может донести до нас неизмененное учение Махапрабху. На самом деле вы так удачливы, что Нитьянанда предоставил нам все это знание. Знание о милости Шри Гауранге, о его лилах, о том, какую милость мы получаем от преданных Гауранге Махапрабху. Подобная любовь, подобная... Сейчас я остановлюсь, и через полчаса мы приступим к читанию Бхагавати. Вы можете совершать киртан. Сегодня мы постимся. Итак, это шлока, с которой я сегодня начал. Я мог бы и сейчас начать, если вы... Я бы мог говорить 5-6 часов подряд. Я на Джанмаштами говорил Харикатху по 7-8 часов. Oh, his kartal is not good. I can use this one. No, we have other one first. No, okay. Small question. Sit. Don't waste your time. Yeah, no. I cannot use it. It's not. You can take it. I can. Bandeham Siguru Siddha Padakabalam Sigurum Vaishnavamscha Sirupam Sagrajatam Sahaganon Lalita Sivisagamnitas. Агьянати вирандасса генанжана сракья чакшурнмитам джена тасме сигурове нама ванча калпатарвасе кипасинду вевач патитанам бхавне бхавишнаве бьо намо нама нараяну намаскритта нарунчайва нараттама девин сарасватин вясам тато жайо мудира Си Кришна Чайтанна Прабху Нитьянанда Си Аддвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Гуру Дев, Кабе Табо, Коруна прокасе, Гурудев кабе табо, Коруна прокасе. Сигоранго лила, хай нито тато, эйдиро бишасе. Сигоранго лила, хай нито тато, эйдиро бишасе. Хари-хари боли, годумо каноне, бхамибо даршано ясе. Хари-хари боли, годумо каноне, бхамибо даршано ясе.
Nitai Gaurango Adaito Shiva Gadadaro Panchajana Nitai Gaurango Adaito Shiva Gadadaro Panchajana Krishnamo Rase Bhasabe Jagat Karinamo Sankirtana 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 Kirtana Vilas Midanga Baddhan Suniboya Panokane 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 Dekhiya dekhiya se lila madhuri bhasibo preme robane He lila madhuri bhasibo preme robane Dekhiya dekhiya se lila madhuri bhasibo preme robane Dekhiya dekhiya se lila madhuri Bashibo pe mirovani Na dekhi abar selila roton Kadiha gaurango boli Na dekhi abar selila roton Kadiha gaurango boli Na dekhi abar selila roton Kamiha gaurango boli Abar selila roton katiha gaurango boli amare bishoyi pagolo boliya ange bedibe kodholi amare bishoyi pagolo boliya ange te dibe kodholi gurudev kobe tobo Koruna prokase Gurudev kobe tobo Koruna prokase Shri Gaurango lila Hai nitto tatto Ei diro bishase Shri Gaurango lila Hai nitto tatto Ei diro bishase Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Guru Devo, Jaya Guru Devo, Guru Devo, Jaya Guru Devo. O he Vaishnava Thakura, Dayaro Sagoro, Hidase Koruna Kori. O he Vaishnava Thakura, Dayaro Sagoro, Hidase Koruna Kori. Diya podo chaya sodohe amare tomaro charano dhori Diya podo chaya sodohe amare tomaro charano dhori Chaya begodomi chaya dosho shodi chaya gunyo deho dase chaya dosho chaya gunyo shodi Chaya guno deho Aar chaya sato sango deho e amare Basachi sange royase Chaya sato sango deho e amare Basachi sange royase
একাকি আমার নাহি পায়ে বল হরি নাম সংকীর্তনে একাকি আমার নাহি পায়ে বল হরি নাম সংকীর্তনে কৃপা তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে আর আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর দয়াল বৈষ্ণব ঠাকুর ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ভজসি কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদ সিয়দম সহয়াবতরি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদ সিয়দম সহয়াবতরি অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম
করিবারে দান শিখায় শরণাগতি হরে গুতম করিবারে দান শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ দৈনয়াত্মনিবেদন গতিতে বরণ অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন দৈনয়াত্মনিবেদন গতিতে বরণ অবশ্য রক্ষিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিকার ভক্তিপতি কুল ভাব বর্জন অঙ্গীকার ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্যের শিকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার রূপ সনাতন পদে দন্তে চিহ্ন ধরি ভকতি বিনোদ পরে দুই পদ ধরি তন পদে দন্তে চিহ্ন ধরি পরে দুই পদ ধরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো অধম শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি তো অধম শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধ শিবসাদি গৌরভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধ শিবসাদি গৌরভক্তবৃন্দ নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি নিতাই অবিহনে মোর আর নাহি গতি নিতাই মোর জীবনধন নিতাই মোর জাতি নিতাই অবিহনে মোর আর নাহি গতি সংসার সুখের মুখে তুলে দিব ছাই নগরে মাঙ্গিয়া খাব গাইয়া নিতাই সংসার মুখের মুখে তুলে দিব ছাই নগরে মাঙ্গিয়া খাব গাইয়া নিতাই নগরে মাঙ্গিয়া খাব গাইয়া নিতাই খাব গাইয়া নিতাই যে দেশে নিতাই নাই সেই না দেশে যাব নিতাই অবি মুখ জনার মুখ না হেরিব যে নিতাই নাই সেই দেশে না যাব
Нитайо ви муко джанар, муко наэри ибо. Нитайо ви муко джанар, муко наэри ибо. Нитайо ви муко джанар, муко наэри ибо. Ганга джаро падо дако, харо сире дхаре. Хено нитай набожия, духа пайя море. Ганга харо сире дхаре. Хено нитай набожия, духа пайя море. Хено нитай набожия, духа пайя море. Хено Тай на божья, духа пеморе. Лочон воле мор не тай, жива нахи мане. Оно лобе жау тар, мажому кокане. Лочон воле мор не тай, жива нахи мане. Оно лобе жау тар. Маджамукхакан, даял нитай, даял нитай, даял нитай, даял, даял нитай, даял нитай, даял нитанандо, даял нитай, даял нитай, даял нитай, даял. Гауранго болите хабе, пулако шорирро. Хари Хари болите на, оне бабе ниро. Гауранго болите хабе, пулако шорирро. Хари Хари болите на, оне бабе ниро. Ар кабе нитай чанде. Коруна хоибе, сансаро васона моро, кабе туччо хабе. Ар кабе нитай чандер, коруна хоибе, сансаро васона моро, кабе туччо хабе. Бишая чария кабе, шуддо хабе моно, кабе хам хе робо, Шри Вриндавано. Чария кабе, шуддо хабе моно, кабе хам хе Кабе хам хе рабо, си Вриндавано. Хам хе рабо, си Вриндавано. Рупа Рагхунатха паде, хойбе акути. Кабе хам бужабо, джугало пирити. Рупа Рагхунатха паде, хойбе акути. Кабе хам бужабо, джугало пирити. Рупа Рагхунатха паде, Роху моро ясо, партона коро е сада, норо тамо дашо. Упоро гунасо, партона коро е сада, норо тамо дашо. Партона корое сада, норотама даса.
Parthana Gore Sada Narottamada Dayal Gaur Dayal Nitai Dayal Gaura Dayal Nitai Dayal Gaur Dayal Nitai Dayal Gaur Dayal Dayal Nitananda Dayal Nitananda Dayal Gaura Hari Dayal Gaura Hari Dayal Nitananda Dayal Gaura Hari Dayal Nitananda Dayal Gaura Hari Emono Durmati Sangsaro Bhitare Pariyayachinu Yami Tavani Jajan Kono Mahajane Pathaiya Dile Tumi Emono Durmati Sangsaro Bhitare Pariyayachinu Yami Tavani Jajan Kono Mahajane Pathaiya dile tumi Daya kori more patito dekhiya Kohilo yamare giya Ohe dino jano suno bhalo kotha Ullosito hobe ya Dekhiya Kohilo yamare giya Ohe dino jano suno bhalo kotha Ullosito hobe giya Tumare tarite Shri Krishna Chaitanya Navadvipe avatari Tarilo jagato tumyo jaiya Na What is that? Tumare tarite Shri Krishna Chaitanya Navadvipe avataro Tomaheno kato dinahino jane Karileno bhavo paro Tumare tarite Shri Krishna Chaitanya Navadvipe avataro Tomaheno kato dinahino jane Karileno bhavo paro Vedero poti gara kibaro tare Rukma varna gudigiru Vedero poti gara kibaro tare Rukma varna gudigiru Name nodiya matai Sange bhai abodhuto Sange bhai abodhuto Nanda suno jini chaitanya gosai Nijo namo kori dano Tarilo jagato tumi o jaiya Laho nijo pari dano Nanda suno jini chaitanya gosai Nijo namo kori dano Tarilo jagato tumi o jaiya Laho nijo pari dano Se kata suniya asiya china Tomaro charano tale Kadiya kan Kadiya Se kata suniya asiya china Tomaro charano tale Apano kahini bale Bhakati binodo kandiya kandiya Apano kahini bale Yahadamo sada kandiya kandiya Apano kahini bale Mahamantra? August time, you know?
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari, Nitai Gaur Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanandi Hari Hari Bol, Gaur Nitai Hari Bol.